Выпускники зашли в зрительный зал фестивального. Там состоялся концерт и театрализованные постановки. Но началось все с шествия. Теперь уже бывшие 11-классники прошли от улицы Орджоникидзе вниз к концертному залу. Там собрались 1200 человек из школ всех районов Большого Сочи. Этот день, мне кажется, важен для каждого ученика, который заканчивает школу. Это дверь в нашу взрослую жизнь, где много всего интересного, нового. Я обрел в школе поистине настоящих друзей, с которыми мы вместе будем двигаться дальше, и я очень благодарен школе за это. В этом году многие сочинские выпускники получили высокие баллы по результатам ЕГЭ. ЕГЭ мы сдали в этом году лучше самих себя прежних прошлого года. У нас более 1100 высоких результатов от 80 до 99. И ура, у нас 20 100-бальных результатов. Перед началом концерта здесь работало несколько площадок, как говорят организаторы, для создания общего эмоционального настроя. Хочется пожелать только одно. Это в добрый путь, чтобы каждый выпускник действительно нашел для себя правильный путь. Для того, чтобы кто-то выбрал стать экономистом, кто-то служить родине, кто-то служить полиции. Самое главное, чтобы сегодня каждый из них сделал правильный выбор. В программе концерта были и театрализованные представления, созданные силами самих выпускников, в том числе мюзиклы. В 10 часов вечера небо озарил фейерверк, а затем началась дискотека. Она пробилась до 11:30. После этого всех участников выпускного бала развезли по домам.